Иду, ребят, на работу. Я сейчас не одна хожу, я хожу с Ирой. Потому что мы сейчас в одном садике работаем. Она вышла с больничного. И мы идем сегодня вместе. Сейчас я за ней захожу. И мы потопали. Нам только свет дали. Сейчас я уже выходила на улицу. Только свет включили. Обалдеть. С утра собирались в темноте, в потемках. Она мне звонит с утра, говорит, у тебя свет есть? Я говорю, нету, только потух. Она у меня тоже. Так что собрались, пошли на работу. А на улице дымом так воняет, то что печки топятся. Обалдеть. Так что хорошего денечка всем. Позитива на целый день. Так держать. Смотрите, ребят, рябина стоит. Все листочки сбросила, прям вообще все листочки. А следующая рябина стоит вон дальше, она еще листочки все не сбросила. Так интересно, это прям махом за раз, за вчерашний день. Она вся в листве стояла, тут раз, прям осыпались, так прикольно. Вообще интересненько. Иду, у меня глазки закрываются, спать хочу. Я вчера салат так и не кушала. Так и не поела я салатику. А по какой причине, я не скажу. Я не захотела кушать. Сейчас надеюсь. Может, мне что осталось там попробовать. Я бы сейчас не отказалась поесть салатику. Сейчас зайду, хлебушек возьму. И домой. Что-то нужно приготовить. Вот иду, думаю, что я хочу. Я ничего не хочу. Вообще ничего. Хочу упасть и спать. Но я не усну. Это я знаю. Ой, я на улице кайфово. Прям вообще, ну я не знаю, как передать это. Очень хорошо. Хоть снимай шапку, хоть расстегивайся, потому что так жарко. Но я не снимаю, не расстегиваюсь, потому что я боюсь, что меня простыну. Ну нельзя мне в такое время расстегиваться. Я быстро начинаю болеть. Так и что? Такие вот дела. Хлебушек сейчас возьму. А то тут. Здесь вот я макарошки приготовила на гарнир. А тут у меня жарится мясо с луком. Сейчас я буду делать гуляш. Я у сестреночки увидела, что она делает. Тоже захотела мясо свинина. Лучок. Сейчас кину томатную пасту. Это все обжарю. Потом это муку, водичку, соль, перчик. И будет гуляш. Обалденно. Закинула томатную пасту. Сейчас она хорошо зажарится. А пахнет прям вкусненько. Ой, ребят, почему я не снимаю видео, как я готовлю? Потому что я пришла с работы, вообще что-то упало, сил нету, прям без ног. Сестренка разговаривает по телефону, ну и рассказываю, что вообще я не могу. А сама хотела салат поесть. Ой, это у меня глаза размазаны. А, слеза у меня так убежала, и так кашляла. Хотела салат поесть, ну и сестренка разговаривает по телефону, чувствую, что я усыпаю. А сестренка говорит, поспи, Уля. Я говорю, да кого, я не усну, нафиг. И тут с ней разговариваю, чувствую, что меня вырубает. Я говорю, Наташка, давай все, говорю, меня вырубает. Ну, все вырубилось. Это. И проснулась, ну, спала буквально, я не знаю, наверное, минут 20. И просто проснулась от того, что я подавилась чем-то. Ну, сестра говорит, может, перышко, говорит, горло попало, какой-нибудь рот открыт был. О, свет потух. Обалдеть. Ребят, у нас свет потух. Я фонарик сейчас включила на камере, вот сейчас буду доготавливать. Вот так вот. Обалдеть, обалдеть. Потом расскажу дальше. Что-то утром выключали, сейчас выключили, я ничего не пойму. В общем, свет нам дали, ребят, сразу. Я пока гуляш залила водой. Ну и мука. И свет дали. Сейчас соль, перчик кину, он покипит, и все. Вот такой гуляшик. Представьте, ой, я так вот давно не готовила. И сестренка говорю, боже мой, я так гуляш давно не готовила. Ну вот, приготовлю сейчас.
Ну и в общем, как перышко мне в горло попало, как я давай кашлять, поднялась, все, давай кашлять, задыхаюсь. Я вообще не могу. И слезы вот у меня бежали, я весь глаз размазала. Подскочила, выбегаю, такая в панике, голодная, как зверь. Схватила этот, как называется, салат, хлеб отрезала, корочку. Сижу, хомяч, за компьютер села, смотрю, сестренка, сестренкино видео. А там она описание сделала. Блин, забыла там что-то. А, забрала Дашу со школы. Она так думала. И Т9, и она, короче, неправильно написала цифры. Ой, буквы, и не посмотрела. А я думаю, боже мой, что там со скалы какой-то, ничего понять не могу. Сила включила, давай, думаю, что за видео. А потом до меня дошло, что она просто неправильно написала. Я быстрее ей звонить. Она говорит, блин, долбанный Т9, говорит, ошиблась. Ну, все, вот посмеялись. Я покушала, села. Давай у детей спрашивать все-таки про вареники. Сколько штук вареников? Они мне там кричали, кричали, я говорю, больше, меньше. И, короче, ухахатывались это вообще. Я говорю, надо было на видео снимать, но у меня состояние было, я не хотела снимать в тот момент. Это я соль, перчик кидаю. Соус. Ну и, в общем, не хотела я видео снимать. Давай они, короче, мне гаврушечку достала, кину. Ай, Светка кричит 50. Я говорю, больше. Она говорит 46, что-то такое. Я как давай смеяться, я говорю, больше. Короче, хохотали, хохотали. Они уже и за 200 пошли. И, в общем, все. Там сестреночка тоже написала, сколько. А вареников всего 155. Они со Степкой уже там к нему подошли со всех сторон. Я больше, меньше кричала, кричала. И все-таки не вдвоем, так вместе 155. Угадали. 131 попытки. Нет, 155 попытки не угадали. Так что это. Я покушала. Чай налила. Вот пошла готовить. Пока настроения бы не было снимать. Никакого. Сейчас все, вроде бы нормально себя чувствую, все хорошо. И пошла. Поснимаю, думаю, расскажу вам. Ой, все, гуляш вкусненький. Готов. Вот такой вот у меня гуляшек, ребят. Все, я его выключила. Он у меня готовый. Готовый. Вкусненький. И макарошки на гарнир. Все, ребят, легла. Ну, я подремала, так хорошо было мне. А сейчас слягу хоть это сестренкино видео посмотрю. То все некогда, некогда. То один тишняк, то другой тишняк. Кстати, поеду скоро на ногти. Через день. Вы посмотрите, какие они у меня длиннючие. Это вообще жесть. У меня не получалось делать, потому что у меня... Во-первых, не было денег. А во-вторых, у Ксюшки, у которой я ногти делаю, у нее не было времени, которое мне устраивает. У нее время свободное, там на какие числа было, только рано. А я не могу утром рано ехать там до обеда. Я вообще записалась на 23-е к ней на ногти, на субботу. Думаю, поеду в субботу. Там не было выходных больше никаких. Блин, ну до 23-го это же вообще жесть, ребят, как долго. Они у меня, смотрите, блин, плохо фиксируют. О, какая длина. Это вообще жесть. Жесть, жесть полная. И это... На 23-й это еще долго, считай, 2 недели. Я вчера ей написала. Говорю, Ксюш, если кто-нибудь откажется на 5... А, часов там, ну, вот эти дни, я говорю, с удовольствием, ого, смотрите, седые волосы вижу. Вот, смотрите, вот тут две волосинки сейчас так беленькие засветились. Красить надо срочно. Ну, она мне отвечает, говорит, есть на пятницу на 18:30. Я так подумала, ну, конечно, это потом возвращаться домой очень поздно, я буду ехать часов 9-10. Ну, вариант хороший,
что я поеду сделаю ногти. Какой цвет, я не знаю. Не знаю, что, ребята, посоветуете. Если кто-то может посоветовать. Мне вообще нравится красный цвет. Я бы красный зафигачила или черный, что-нибудь такое. Но думаю, красный у меня был. Черный был или нет, не знаю. Короче, что-нибудь сделаю. Что именно? Не знаю. Ну, поеду на ноготочки. Сама уже не могу. Все, они у меня длинные. И прям видно, что вот так отросли. Вообще обалдеть. 2 месяца я делала 19-го. Августа, что ли? Точно, 19 августа делала. Обалдеть. Сейчас уже... Какой сейчас уже? 13-е. Вообще подзависла и такая думаю, какое же число? Вообще потерялась. Я, да, я на 19-е хотела записаться. А, на 19-е на 5 часов я записалась. А Ксюша, а, это время уже заняли. Блин, она только выставила, я только увидела. И время это уже заняли на 19-е. Кстати, еще нету 2 месяцев. 19-го будет 2 месяца. Парям-пам-пам. Так, и его дела. Скоро буду показывать новые ноготочки. А я видео собрала, смотрите, уже 3 минуты лялякаю, лялякаю. Люблю полялякать. Так что. Всем пока.